Я тут недавно услышала про 5 языков любви. И у каждого человека свой язык любви. Насколько это важно в отношениях? Я слышал про 5 языков любви, я в этом не являюсь экспертом, я знаю об этом только поверхностно, поэтому, наверное, не могу достойно ответить на этот вопрос. Но насколько важно что? У каждого человека свой язык любви. Насколько важно это во взаимоотношениях, если у людей разные языки любви? Важно научиться слушать и слышать свою партнершу или своего партнера, и тогда, чтобы гармонизировать отношения. И себя гармонизировать в этом союзе, и ее гармонизировать, и чтобы вам было вместе легче. Понимаешь? Гармония. Научись слушать и слышать, что она там тебе орет. А она не орет, она просит. Или сообщает.